И снова мы на канале Булаточка Marketplace. Мы продолжаем видеообзор продукции, изготовленной из дерева нашими умельцами. Эта группа товаров у нас на сайте называется «Садовые декорации». И также сейчас мы развиваем наше направление. Это изделие сделано и из дерева, и частично с металла. Это направление коптильни. Коптильни холодного и горячего копчения под торговой маркой Древос. Вот мы решили сделать видеообзор вот такой продукции. Это лавочка «Цветник». У нас заказал наш покупатель. Сегодня будет ему этот товар запакован и произведена отправка. И мы решили вот и для покупателя, и для будущих наших покупателей, партнеров, снять вот такое видео и немножко рассказать о том, что же и из чего состоит. То есть лавочка «Цветник» состоит из двух цветников. Вот один короб для цветов и вот второй короб для цветов. Короб для цветов имеет размеры, то есть, насколько я помню, 50 на 50. Сейчас мы покажем. Так, да, 50 на 50. Глубина 300. Длина посадочного места лавочки 1,20 м. Длина всего изделия по габаритам 2,100. Изделие состоит, еще раз, вот видите, то есть съемная лавочка, то есть она ставится между двумя коробами, то есть цветочниками. Цветочник можно поставить горшок, в котором будет стоять цветок, или засыпать землей, сделать герметичное дно и посадить туйку. То есть очень удобно и очень красиво смотрится со стороны. Сейчас эта продукция стоит у нас в садовых центрах. Можно, кстати, хотим сказать, можно сделать еще одну лавочку, то есть еще с одним горшком. Но в данном случае вот позиция лавочка «Цветник». Вот оно выглядит так. Дальше наша продукция после осмотра упаковывается и отправляется нашим заказчикам. Вот так выглядит. Изделие изготовлено из сосны, то есть обработано. Видите, все места зашпаклеваны, покрыто морилкой и специальным лаком на водной основе. Все дерево обработано антисептиком. Ну и вот такая получилась у нас лавочка «Цветник». Если вам нравится следить за нашей продукцией и за нашей компанией, подписывайтесь на наш канал. Наш канал называется «Булаточка». В нем есть много рубрик и разделов. Все, спасибо за внимание. До скорых встреч.